Если верить энциклопедии, то главными центрами добычи жемчуга являются побережье Японии и Шри-Ланки, а также Красное море и Персидский залив. Но жемчужное ожерелье можно увидеть и на гербе карельского города Кем. Этот герб был утвержден во времена правления императрицы Екатерины II в 1788 году. В описании герба говорилось: «В голубом поле, сделанный из жемчуга, венок – знак того, что из протекающих рек от Лапландских гор вынимается много раковин, из них довольное количество жемчуга». Это действительно было так. В наших северных реках издавна добывалось большое количество жемчуга. Например, в летописцах сохранились сведения о том, что князь Святослав носил в ухе золотую серьгу, украшенную двумя жемчугами. А мантия Ивана Грозного была усыпана жемчужинами, некоторые из них были величиной с ореха. И промысел этот существовал до начала 20 века. Например, в 1892 году в газете «Петербургский листок» была опубликована заметка, в которой сообщалось, что даже в окрестностях Санкт-Петербурга в реках встречаются раковины с мелким жемчугом. А бывает, что попадаются и крупные жемчуги, стоимость которых по тем временам была немалой, от 45 до 200 рублей. Особенно массовое распространение этот промысел получил в 15 веке в реках Кольского полуострова и современной Архангельской области. Правда, добыча речного жемчуга ограничивалась летними месяцами, так как вода в реках была холодная. Искали жемчуг в раковинах европейской жемчужины. Продолжительность жизни этих моллюсков может превышать 200 лет. Ракушек собирали в реках, ручьях, причем они были неглубокими, поэтому нырять, как охотникам за жемчугом в Японии, не приходилось. И акулы здесь не водились, поэтому их нападения можно было не бояться. Летом, как только вода прогревалась до такой температуры, что ее можно было войти, ловцы жемчуга отправлялись. Сначала нужно было отыскать участок с большим количеством ракушек. Лучшее время для них собирания – теплый безветренный день, когда на поверхности воды нет гряби и хорошо видно дно. Собранные ракушки укладывались в корзину. Существовало поверье, жемчуг следует искать только в тех реках, куда заходил благородная рыба – семга или форель. Одной из самых лучших рек для добычи жемчуга считали Варлугу, протекающей на Кольском полуострове. Еще до революции исследователи подсчитали, что большое количество жемчужин в этой реке может достигать 20 миллионов. А выловленные раковины подвергались тщательному осмотру. Оставлялись лишь те, которые имели неровную или, как говорили ловцы, горбатую поверхность. Именно в них и мог зарождаться жемчуг. Все остальные выпускались обратно в воду. А вот отобранные начинали вскрывать в поисках заветного жемчуга. Но даже в таких раковинах жемчуги встречались нечасто. Приходилось сломать сотни штук, прежде чем удавалось найти одну жемчужину. Самые упорные ловцы не торопились закрывать сезон добычи с наступлением первых холодов. Они изготавливали плоты, с которых выгребали со дня песок вместе с раковинами. Добытые жемчужины делили на три сорта – крупные, средние и малые. После этого жемчуг отправляли на продажу. В удачный год ловец мог заработать до 200-300 рублей, но случались и очень ценные находки. Например, в 1871 году два крестьянина Ладинского уезда Аланецкой губернии нашли 11 крупных жемчужин, которые были отправлены в Петербург для императрицы Марии Александровны, жены Александра II. Благодарность в Петербург. Императрица повелела выдать им премию в 200 рублей и золотые часы в подарок. Неравнодушная к жемчугу была и Александра Федоровна, жена последнего русского императора Николая II. Супруг каждой годовщине помолвки дарил ей украшения из жемчуга, изготовленные формой Карла Эдуарда Болина.
В общей сложности сумма подарков оценивалась 500 000 рублей. Ловцы жемчуга не раз жаловались на то, что местные чиновники всеми силами чинят препятствия в их промысле, а при Петре I вообще запретили добывать его частным лицам. Запрет был снят только в 1764 году Екатерины II, но с одним условием – крупные жемчужины полагалось сдавать в камец коллегию, причем не бесплатно, а за установленные вознаграждения. Спрос на жемчуг всегда превышал предложенное, но в начале 20 века этот некогда доходный промысел пришел в упадок. Причин было несколько – загрязнение рек, хищническая добыча, в результате которой количество раковин резко сократилось. Уже после революции добыча речного жемчуга в нашей стране была признана нереабитабельной. Хотя и в советское время микробиолог Глеб Юрьевич Верещагин после исследования рек Кольского полуострова утверждал, что в данном регионе содержится огромное количество жемчуга. В последние десятилетия появилась технология частичного раскрытия стропил раковины, в результате чего вероятность ее гибели сведена к минимуму. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pulls dust from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top.